Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу довольно старый скрипт для Пигги. Просто сейчас новых скриптов почти не делают, и приходится записывать на старые. А для этого нам, как всегда, потребуется чит. Он у меня уже скачан, также ссылочка на него будет в описании. Это чит 3xploit. Так, все вы уже, я думаю, про него знаете, все фишечки, все функции. Тут настройки, кредиты. Потом получается фаст-команды. Скрипт-хаб. И, кстати, будем использовать скрипт через скрипт-хаб. Вот. Давайте нажимаем вот на этот шприц. И мы сейчас автоматически инжектимся. Автоинжект работает. Это очень хорошо. Все, мы заинжектились. И нажимаем пигги. Так, все, он прогрузился сразу. Отлично, это значит уже у нас карта загрузилась. Так, ну, давайте, в принципе... Тихо. Все, мне походу ГГ. Единственное, можно себя спасти. Ноуклип. Фух, все. Так, также параллельно вы, кстати, можете включать вот такие быстрые команды. По типу ноуклипа, там флая и так далее. Так, все, отлично. Меня теперь свинюшка не убьет. Давайте быстренько возьмем синий ключ. Так, все. Я его взял. Нам теперь нужно с вами спуститься. Так, включаем ноуклип. Пока что я ее не вижу, это хорошо. Так, быстренько идем сюда. Отключаем. Спускаемся. Так, вроде вот здесь выход, если не ошибаюсь. Хотя какая разница, если мы сквозь стену пройти можем? Нет! Как? Как я упал? Пипец. Все, мне теперь получается следующий раунд ждать. Да. Фигово. Ну ладно, давайте я сейчас быстренько следующего раунда дождусь, и мы с вами продолжим. Итак, раунд закончился. Сейчас ждем, пока начнется новый. Если не ошибаюсь, сейчас будет выбор карт. После этого можно будет выбрать, кто будет играть за пики. Так, ждем появления карт. Так, они прогрузились. Ну, давайте, в принципе, я думаю, вот этот вот парк аттракционов выберем, но скорее всего его не выберут. Хотя, слушайте, его выбрали. Прикольно. Прикольно. Так, давайте теперь выбираем, кто будет играть за Пигги. Ну, давайте, в принципе, игрок, я согласен. Пусть будет игрок. Потому что бот, я думаю, может быть, будет тупить, может быть, нет. Не знаю. Я, в принципе, особо много в Пигги не играю. Вот, так что особо не знаю. Так, у нас все меньше и меньше игроков. Осталось 3 игрока. А, нет, вот четвертый сейчас зашел. Окей. Так, ждем, пока у нас тут загрузится. Сейчас у нас анимация получается. И сейчас у нас прогрузится наш скрипт получается. Так, ждем, пока пройдет анимация. Все, отлично. Мы появляемся сейчас. Так, вот, все, появились наши предметы. Красный ключ, значит, воруем быстренько. А почему я упал? Погоди, те. Почему я падаю? Я не понимаю вот этого. Так, я походу опять умер. Значит, эту карту лучше не убирать. Короче, да, я опять умер. Фигово он работает, конечно. Но что ж поделать. Ну, в принципе, я думаю, вы всю суть поняли. На этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был AceBan. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока. I'm your new girl.